Самое масштабное шоу страны продолжается. И на этот раз, несмотря на все казусы и непривычные ситуации, мы с головой окунемся в мир музыки и любви в дневниках проекта. В принципе, петь я пою, но вот такие нагрузки, тем более в возрасте, это непривычно для простого человека. Вчера была репетиция очень поздно, практически до 12 ночи, наверное. И вот как в той песне: шаг вправо, шаг влево, шагает королева. В сторону один шаг произошел, и я упала. Ну, это, что называется, моя вина, что я где-то там неосторожна. Иногда кажется, что ты в тупике, но есть кое-что, что помогает нашим участникам быть в тонусе – мужество и самоконтроль. Самочувствие отлично, идем ко дну. Но все будет хорошо. Вроде мне 70 скоро, слава тебе, Господи. Но я себя чувствую где-то на, не обману, так, на лет 35. Во всяком случае, могу упасть и отжаться. Потому что самое главное. Потому что некоторые, знаешь, такими животами уже в моем возрасте. Надо как-то и танец смотреть, и больше ходить, двигаться, плавать и так далее. Подготовка к выступлению и долгие репетиции – дело не из легких. И тут уже у каждого свои особенности и лайфхаки. У каждого есть свои особенности настройки. Но что касается меня, утром проснувшись, я понимаю, что с голосом все в порядке. И это самое главное. Тогда есть спокойствие и есть уверенность в том, что все будет хорошо. Фактор «Бай» – место, которое закаляет тебя по полной программе. Поэтому, столкнувшись с неизвестностью, наши участники достойно, как настоящие профессионалы, выдерживают это испытание. Мне интересен сам человек, его чувства, его вот эти перипетии. Вот это мне интересно. О любви я никогда не просила. Она просто была в моей жизни. Была всегда и есть. Почему так случается в жизни иногда женщин? Когда она хочет любви или нет – ее иногда любят очень сильно, но она сама не любит, а хочется любить. Хотя бы вот почему и такая декорация даже, вот мне кажется, что вот спеть в этот последний вагон. Любовь на «Фактор Бай» живет всегда и везде, и наш эфир тому доказательство. Это песня о тех, кого с нами нет, но они там на небесах, и они наши ангелы-хранители. И я своим родным, друзьям буду посвящать эту песню. Они на небесах, и они помогают мне жить. Как показывает практика, стимул быть лучше и выложиться на все 100 действительно помогает. Ведь так хочется не подвести своих родных и близких и показать им, чего достоин на самом деле. Мне не хочется показаться неумехой какой-то в глазах моих знакомых, близких, родственников, моей жены, которая здесь сегодня тоже будет меня слушать. Больше всего боюсь забыть слова. Сегодня, когда мы все готовимся к выходу, я начинаю ощущать, что я начинаю забывать текст. Если все пройдет хорошо в смысле текста, то я надеюсь, что и выступлю неплохо. А кто-то не так сильно мечтает о своей собственной славе, ведь маленькая мечта и так уже сбылась. Тут, понимаете, каждый час все меняется. Где-то что-то так, это. А еще сидим и поддержим своих коллегов. За всех переживаешь. Всем желаешь добра, счастья. И желаю, чтобы все прошли финал, полуфинал хотя бы. А себе я ничего не желаю. Главное, что я в телевизор попал. Достаточно. Поддержка от самых близких – самое ценное, что есть у наших участников. Порой именно благодаря родным людям и их поддержке раскрываются настоящие таланты. Буду петь сегодня для внучки. Куплю ей тортик хороший. Это она мне сняла на телефон. Ну, я спел, там она записала, послала себе. Спасибо ей большое. Уже сегодня увидимся в новом эфире шоу «Фактор Бай 60+» по традиции в 20:45 на Беларусь 1.